Добрый день, Сергей Грицина, Екатеринбург, Бостон Техник. Представляю вашему вниманию почвенную фрезу с гребнеобразователем. Гребни. Производство Самарского завода по лицензии RF4 в 2006 году. Полностью в рабочем состоянии. Проверил разрыв. Швов сварных нет. Ножи очистил, посмотрел, все в полном составе, в наличии все. Образует данный почвообразователь 4 гребня мелких, мелкодисперсных. Вот, между центрами гребней расстояние 75 сантиметров. Вращение передается свом, вот здесь вал отбора мощности. Вот он, через мушку механическую на редуктор. И там вращение передается по валу, передается на левую сторону по ходу движения и передается на вал с ножами. Угу. Задняя часть данного фрезы RF4 служит для образования гребня. Вот так вот, 4, ровно 4 гребня образуются. Вот они, гребнеобразователи. Угу. Если у кого есть огромное желание приобрести к новому сезону отличный, зарекомендовавший себя RF4 при образовании, при фрезеровке почвы и образовании гребней, обращайтесь в Бостон Техник, поможем. Хорошего дня, спасибо за внимание.